собираюсь по деревню и тестирую всякую хренотень. Вот, допустим, вот этот микрофон. Правда, я не сию минуту еду, но вещи-то собрать надо, вдруг поедут снова. А у меня тот раз не было ничего собрано. А теперь вот собрано, чтобы я смогла им послать. И вот этот микрофон можно соединить к этому. Первый раз я стормозила, он у меня вроде подсоединился, сказал, я вижу микрофон. А он, оказывается, стоял на выключении. А потом увезти его в деревню, оставить там на ПМЖ на лето. И периодически подключать вон к той камере. Он там заряжается, на нее тоже буду писать. В крайнем случае буду жертвовать этой какой-то там качеством звука 48 на 44 оставлю. Герц 1000. И это самое. Буду монтировать по-быстрому в иншоте. На планшетике. Ну или на винде. Он сейчас винду включила. Маленькую, и она внезапно так малови запустила без всяких глюков. Мало ли вдруг. Вот у меня там сидит. Где там она сидит? У меня там сидит кошка. Кошка страдает. Кошка хочет на улицу, кошка хочет играться. Я бы тоже, ну, в смысле, в деревню она хочет. Я бы тоже хотела в деревню. В смысле, я и так хотела в деревню. Я пыталась подсоединить через провод от пушки микрофона вайфаевский микрофон. Но я не знаю, со записью он звука был или нет. Если с записью звука, сейчас посмотрю на планшете, то возьму переходничок этот. Если нет, то надо будет потом какой-нибудь переходничок, может, приобрести отдельно. На всякий случай. Вот. Типа как бы это вложек такой коротенький. У меня там одно видео заливается. Другая... Что-то там еще на винде обновляется. Wi-Fi вообще никакая. Ну, в смысле, на телефонах связь. Такое ощущение, будто вот в деревню мы попали. Даже нет, в деревне связь стала еще хуже, чем в городе. А в городе связь будто 20 лет назад. Мне кажется, 20 лет назад связь вот эта с телефона, наверное, по кабелю по обычному или ADSL там какая-нибудь, она и та скоростнее была, чем сейчас. Вот такие дела, я не знаю, как у вас, вот в Угличе именно такая фиговая связь сейчас. Причем на мобильном интернете он даже скорость лучше, чем на каком-нибудь Ростелекоме и Ртелесервисе.